самолете. Лечу. Вернее, погрузилась со всеми своими клунками. Объявили. Сейчас будем снижаться и приземляться. Самый. Только что объявили, что присаживаемся. Говорит в конце по-польски, что говорит, в случае эвакуации багаж остается на месте. Я первый раз такое слышу в самолете. Сколько летала. Интересное такое дополнение. Мы приземлились. Чемодан. Ждем мою красотку. Она моя радость едет. Мой маленький пушистый пупсик. Ух! Жив. Или мертв. Блядь. Пробили опять. Это капец. Ну, тишкин дрен. Не могу. Ну, может, обратную дорогу выстрадает назад. Блядь, пилять. В общем, меня встретили, все. Сейчас запихнули этот самый. Конечно, посмотрела я на чемодан, на свой. Трах тебе дох. Ну, добью его в эту поездку и куплю новый. Падлы. Начинаю Варшава. Светится. Во всей красоте. А я яблоко ем. Направление на Тересполя. Варшава живет, машины метаются, мы к Москве подъезжаем, где-то извиваются этими самыми, так прям восьмерочкой. Съезжу, все равно я вот, я не помню дорогу, я не знаю почему. За рулем проедешь, запор. Ну, наверное, потому что, ну, сейчас вот как пассажир я это, я не помню. Помню, что где-то мост, ну, как они, у меня пазлы вообще не складываются. Как ни странно. Мост через Вислу. Огнями. Здравствуй, родина моя.
Здравствуй, Брест! Угу. Балочки мои. Встречает меня дождиком. Идет коронавирус. Зеленая, здравствуй, Беларусь.